Приветствую вас, друзья! Я на небольшой такой речке, надо даже сказать микроречке. Ну, она иногда хорошо расширяется, поэтому прям сильно микроречкой ее назвать нельзя. Я здесь впервые, и по этому поводу я предлагаю вот посмотреть, как у меня получится ее изучить. Выбрал я участок где-то 4 километра. Это многовато, но как бы, чтобы уехать, мне другого варианта нет. Ну, то есть, либо возвращаться на исходную точку, но чего не очень хочется. Либо, как я выбрал, 4 километра надо пройти. А в речке есть галавль, есть окунь. Вот. Но я буду ловить скорее на топ-вотера, потому что лето. Поэтому, ну, если окунь будет, хорошо, но основная цель, естественно, у меня голова. Мосты всегда нужно смотреть, как бы обрабатывать их. Здесь всегда, ну, часто бывает. Это рыбка. Потому что... О! Вышел. Вон он. Или это плотва какая-то. Всякие бурлилы всегда надо проверять. Это, собственно, одно из таких мест, где может быть галавль в любом случае. Он даже без вопросов он должен тут быть. Не факт, что он здесь клюнет. Это да. Плюс, где он будет стоять? На обратке. Еще где-то. То есть надо достаточно пристально облавливать такие места. Может дальше стоять, может ближе. Может вообще в самой бурлиле. Тепло уже нет смысла облавливать нижние границы. Там практически не бывает. По крайней мере, у нас в наших пенатах как бы. Нет ничего, можно идти дальше, чтобы не тратить время. Опа, есть поклевка. Есть. Вот он стоит, значит, чуть на мелкой. Здесь вот основная бурлила, здесь, видимо, глубоко для него. И он стоит чуть выше, на более мелком участке. Не знаю, будет он еще клево или нет. Ставит почти в притирку.
надо как-то попадать. Сюда. Отлично. Опа. Вылез, вылез. Очуметь. Будет еще фигачить. Интересно. О, блин. Бери уже. Че ты хвостом бьешь? Здесь вот обраточка после слива. И как видим, есть жизнь. Ладно, это мелкий. Не будем тратить на него время, пойдем дальше. Впереди у нас порог такой, перекат. Надеюсь, что-то будет. Потому что, блин, было бы не весело. Если на таком перекате не будет рыб. Блин, я, по-моему, главу, да, все видел. Это у нас другая рыба. Эй. Островок. Что-то тухло в таком хорошем месте. Сразу вот сюда. Очень странно. Очень странно. Ладно, идем дальше. Такие места я называю болото. То есть здесь ровное течение, без каких-то перекатов. Ну, такие щучьи более места. Ну, как называют. Я такие места прохожу. В принципе, если ловим главля, то на них задерживаться смысла никакого, только время терять. Если, конечно, цель у нас щука, то наоборот, мы должны эти места обрабатывать. Но сегодня у меня цель голавля. Я эту цель пока нифига не выполняю. Ну ладно,
еще маршрут далекий, поэтому пройду, посмотрю, что будет. Вы это не видели. Пойдемся. Чуметь. Под пузырями стоит. Что ж такое? Очень он пугливый здесь. Такие, блин, перекаты. На что-то с головлем, конечно. Мелкий и малый. Где он, блин? Тут он лес какой. Ладно, идем. Вот так народ охерел. Делают собак прямо вот на берегу. То есть они считают это их собственность. О! Кто-то утащил. Опа, оклевочка. Какая-то мелочь тут. Орудует. Смотреть будет тут же. Нету. Нету. Могло бы быть.
Кто-то поинтересовался. Здесь, конечно, место вообще струя бьет. Кто-то позарился. Опа. Будь добивать. Блин, очень и очень локально стоит. Хоть бы одного, блин, поймать сегодня. Очуметь. Почему оно не засекается? Я не знаю. Блин, ну это, конечно, одна поклевка на 5 километров. Это круто. Хотелось бы побольше. Хотя бы на немножко. Опа, вышел. Блин, най. Все затянуто, все нормально. Твою мать. Это голавль, блин. Почему он не засекается, я не знаю. Я сегодня хоть одну, блин, поймаю рыбу, или так и буду херню вот эту вот страдать. Есть. Блин, коряк. Твою мать. Эй, ушел. Хороший, блин. Коррекция. Посмотрю. Аж еще тут будет. А!
Да никак. Наверное, пару поклевок хороших, но километра на 3-3,5. Короче, я от моста иду. Да, оттуда. И вот поклевки 3, он стоит прям, ну, Галавль, прям в корягах, где обратка, и то не каждая коряга, не каждая обратка там. У меня один сел, но завел. Опять что-то отключил зачем-то. Ну, короче, вот. Небольшой, да, все-таки Галавлик добил я эту речку. Ну, вот здесь вот мостик, коряжки. Все по классике. Даже испугался, отключил, блин. Ладно, он еще есть там, сейчас будем ловить. Может, к вечеру просто разошелся. Может быть, точки нашел. Ну, радует, хоть одного поймал. Так бы их было, конечно, в разы больше. Поклевочка. Стоит здесь. Стоит. Вон там. Ну, как я и говорил, все такие мостовые штуки около мостов, под мостами работают. Вот в этот раз тоже сработало. Хороший. Снимаю. Вот это я понимаю. Ну, короче, я победил эту сраную речку. Хотя здесь вот не особо, да? Но, блин, Галавлик есть. Второй. И много-много поклевок. Ладно, уже буду заканчивать. Давайте, друзья. Так. Опа. Ну все, друзья, я закончил. Можно было еще, конечно, пройтись, но мне, честно, надоело. Что сказать? Речка такая себе. Перекатов очень много, но рыбы на них не очень. Возможно, более жаркую погоду будет больше рыбы. Но у меня была такая, ну сколько, 20 было сегодня.
22, может быть, на солнце. Что сказать? Можно ловить, можно как бы пробовать. Думаю, что-то из этого получится, особенно более жарким днем. Тем более, если к вечеру. Вот. Крупный есть. Он клевал мне. В целом, могу сказать, что неплохо. Да, по количеству мало, но поклевки были злые. Единственное, что не понравилось, то, что мест довольно мало с головлем. И весь он прям шкерится, прячется. Видимо, его много ловят. Ну, это беда всех таких речек, которые находятся недалеко от городов, там населенных пунктов. В целом, сказать мне больше нечего. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на Дзен. И до новых встреч!